Всем привет, друзья! Снимаю сегодняшнее видео по просьбе моего зрителя, который просил снять видео о том, как зарабатывать и сколько зарабатывать на сайте Отзывик. Скажу сразу, что я на Отзывике зарегистрировалась очень давно, где-то в 2015 году. А сейчас вам скажу точно. Не знаю, про что будет видео, про то, как я показываю о своем сайте, о своей страничке или про то, как работает мой компьютер. Так, зарегистрировалась я 23 января 2015 года. Здесь видно. Сегодня 5 мая 2020 года. И получается, я на сайте зарегистрирована более 5 лет. С чего начать? Пользователь, который спрашивал меня, как зарабатывать, сколько зарабатывать, в какой период, о чем писать и т.д. и т.п. Хочу сказать... Не только этому пользователю, хотелось бы сказать всем, кто интересуется сайтом Отзывик. Вначале, когда вы проходите регистрацию, есть правила, которые находятся внизу странички. Я сейчас прокручу. Вот. Есть правила. Также можно за помощью обратиться, обратная связь. Ну и так далее. Вот. Мы открываем правила и читаем все. В принципе, здесь все понятно и все ясно. Сейчас я покажу, сколько отзывов я написала за 5 лет. Не за 5 лет. Первый год-два я была очень активная и писала по несколько отзывов в день. Даже доходила до 10 отзывов в день я писала. И, соответственно, зарабатывала денежку. Так, отзывы. Всего у меня 896 отзывов. Последний отзыв я писала 26 апреля. И можно обратить внимание, 8 марта, февраль, январь, декабрь, ноябрь. То есть по одному отзыву в месяц я пишу сейчас для того, чтобы не перестали зачисляться начисления. Система сайта Отзывик платит только тем пользователям, которые хотя бы раз в месяц напишут отзыв. Что я и делаю. В тот момент, когда у меня было время, я писала 3, 5, 10 отзывов и более. Бывали моменты, когда писала больше 10 отзывов. Но такое редко было, но было. Когда время у меня исчезло, когда я начала работать, времени просто не хватает, я начала писать по одному отзыву в месяц, чтобы не перестали начисляться денежные вознаграждения. И поэтому я начала каждый месяц писать хотя бы по одному отзыву. Нет, бывало и два отзыва, бывало каждую неделю. Все зависит от моего времени. Вот, декабрь, ноябрь. Сентябрь, то есть в октябре я вообще не писала, август, июль, июнь. Но сейчас в основном я пишу по одному отзыву, чтобы не перестали капать начисления. Вот видно, я заказывала. Заказано рублей к выводу. И сколько я получала. Это последние уже несколько выплат я получала без изменений. А так до этого, вот заказываю 597, приходит 592. Раньше была комиссия. Сайт Отзывик снимал 2% от вывода. 2% денежек уходило к ним. И сейчас начали выплачивать не рублями, а евро. И получается, вот уже последняя выплата у меня была в евро. Кстати, она мне пришла, я так и не смотрела. Всего было заработано 16 671 рубль. А вывела я 16 567 российских рублей. Это за 5 лет, которые я нахожусь на Отзывике. Так, идем назад в отзывы. О чем я пишу отзывы? Отзывы самые-самые разные. О фильмах, о таблетках, о косметике, о путешествиях, о... В общем, о всем том, чем вы пользуетесь. Так, переходим в мой профиль. И сейчас я вам покажу, как сделать так, чтобы зарабатывать чуть-чуть побольше. Чтобы зарабатывать на сайте больше, нужно писать как можно более развернутый отзыв. Тогда эти отзывы попадают на главную страницу. То есть он, этот отзыв в поисковиках самый первый выдается. Ну, например, вы ищете отзыв про отель «Титаник Делюкс Белек Турция». И вот мой отзыв, он попал на главную страницу.
И сейчас я покажу, как он выглядит, сколько я вместила сюда фотографий, информации. Вот, из 18 отзывов. Мой отзыв самый первый. Так. Здесь очень много фотографий. Я снимала очень развернутый отзыв. Буквально каждую мелочь фотографировала. Писала очень много информации. И плюс ко всему у меня здесь, кажется, видео есть. Вот, да, у меня еще и видео есть. И нужно написать свое мнение, свое впечатление, как, в общем, все-все-все вместить в этот отзыв. Отзыв попадает на главную страницу. И сейчас я скажу вам, сколько я заработала за этот отзыв. Так, идем в мои отзывы. Поиск. Вот за этот отзыв, самый большущий, который попал на главную страницу, я заработала 15 рублей 36 копеек. Это единоразовый бонус, который платит отзывик. Плюс 67 человек, которые посмотрели этот отзыв. Ну, это были мои друзья. Друзья, система друзей. Это именно та причина, из-за которой я ушла из сайта отзывик. Об этом немножко попозже. Каждый пользователь, кто переходит на эту страничку, на вот этот отзыв, человек посмотрит, прочитает, возьмет какую-либо информацию. В общем, не главное. Главное то, что человек перешел на этот отзыв. И когда человек переходит на этот отзыв, мне за каждый просмотр идет 1 рубль. Почему 1 рубль? Сейчас я вам скажу. Так, идем. Нет, мы идем в мой профиль. На сайте есть репутация. Нет, точнее, личный коэффициент. При регистрации сайт отзывик дарит вам 1 коэффициент вам в подарок. И со временем ваши написанные отзывы, они приносят, добавляют коэффициенту репутацию. Какие отзывы приносят личный коэффициент? Я не скажу, что личный коэффициент приносит все отзывы. Точнее, приносят те, которые попали на главную страницу. И то не все. Первые 2 или 3 отзыва, которые попали на главную страницу с моего аккаунта, они принесли мне чуть-чуть больше надбавки на коэффициент. А далее, уже более 10 отзывов я написала, которые попали на главную страницу, они уже ничего не принесли. И со временем, если вы перестаете писать отзывы, как это случилось у меня, коэффициент может падать. И на что влияет коэффициент? Коэффициент влияет на стоимость просмотров отзывов. Вот за сегодняшний день я заработала 2 рубля 28 копеек. За просмотры всех моих 896 отзывов. А если бы я сняла видео 5 лет назад, я бы вам показала сравнение, потому что 5 лет назад я зарабатывала 10-15 рублей в день. При том, что курс доллара был 30 рублей. Так, сейчас зайдем в подписки и расскажу вам, что здесь делается. Система друзей, которая меня отвернула от сайта отзывик, это на 3 сайтах я еще пишу отзывы, но на 3 сайтах, на тех, на которых я пишу, такой системы нет. Отзывик это единственный такой экземпляр. В общем, если вы хотите, чтобы ваши отзывы просматривались более чаще, чем у вас есть просмотры, добавляйте в друзья к вот мои подписчики, вернее, авторы, на которых подписана я, и они взаимно подписаны на меня. Но тут такая система не очень приятная, потому что те люди, которых я просматриваю, очень часто не просматривали мой отзыв. То есть раньше я писала по несколько отзывов в день, и еще как, ну, я думала о том, что все отзывы просмотреть нереально. То сейчас я пишу 1 отзыв в месяц, а подписана я на, вот подписки у меня 32 друга. И получается, за свой 1 отзыв я должна посмотреть в месяц минимум 32 отзыва. То есть человек смотрит мой отзыв, ставит лайк, и за мне это идет денежка. Потом я смотрю его отзыв, ставлю лайк
и тем самым идет денежка ему. Вот, собственно, так и работает система друзей. Многие друзья были недобросовестные, поэтому они, не смотрев мой отзыв, уходили от ответа. Получается, я их отзывы просматривала, им денежка за это шла, а за мои отзывы мне ничего не начисляли, потому что они не ставили лайки. Так, как можно распределить, смотрел ли этот друг или нет ваш отзыв? Так, идем в мои отзывы, и я вам сейчас покажу, как можно узнать, смотрел ли ваш друг ваш отзыв или нет. Вот отзыв, который я написала. Проверено, одобрено. И вот здесь есть количество людей, которые просматривали ваш отзыв. Нажимаете и смотрите. И те люди, которые ставили лайк, которые просмотрели, и от них начислилась денежка на ваш счет, вот они здесь все в списке. На сайте можно отправлять сообщения, но не более 3 сообщений в день. Также идем сейчас по истечению нескольких лет, как я находилась на сайте, мне пришло сообщение о том, что я могу стать модератором сайта. Но, кстати, за это платят хорошие деньги. От рубля до 5 рублей. То есть за день можно заработать 500 рублей вообще смело, ничего не делая. Ну, проверять, читать отзывы. Я не пользуюсь этой услугой, потому что, опять же, не хватает времени. Идем в баланс и покажу вам сейчас о том, что на сайте действует реферальная система. И по ней можно зарабатывать довольно-таки неплохие деньги, если привести активных пользователей, рефералов. Вот моя реферальная ссылка. И количество приглашенных авторов 247 человек, и за все время я заработала 513 рублей. Деньги небольшие, но тем не менее они на дороге не валяются. Так, нажимаем на сайт «Отзывик». Это главная страница. И в самый-самый низ идем, направляемся вниз, где можно будет увидеть, вот, сколько сейчас авторов на сайте, сколько всего зарегистрировано, сколько отзывов, сколько комментариев. А, кстати, про комментарии. Сейчас мы идем на мой профиль. Если у вас есть друзья, которые комментируют, ставят лайки, приносят вам доход на сайте Отзывик, вы также комментируете, и вам здесь медалька была серебряного цвета, сейчас она у меня стала золотая. Не сейчас, в тот момент, когда я активничала на сайте, она стала золотая, потому что... Вот, золотой комментатор, потому что я. Так, золотой автор мне медаль дали за то, что много отзывов писала, которые попадали на главную строку. Так, золотая репутация это также. Я писала много отзывов, которые попадали на главную страницу. Ну и от того, что я так долго нахожусь на сайте, мне дали медальку «Старожила». Так, передвигаемся на сайт Отзывик, на главную страницу и направляемся в самый-самый низ. Про комментарии я вам рассказала, про медальки я вам рассказала, про авторов рассказала. Сейчас расскажу вам про топ 100 лучших авторов на сайте Отзывик. Вот они самые. Первое, второе, третье место, а все остальные уже здесь вот таким образом перечислены. Это те авторы, которые зарабатывают очень немаленькие деньги. Как попасть в топ-100 лучших авторов, я вам сейчас расскажу. Вот даже, может быть, репутация не такая вот большая. И сейчас глянем отзывы. Чем больше написано отзывов, вот 196 отзывов у человека, чем больше написано отзывов, которые попадают на главную страницу, тем выше у вас репутация, тем больше возможностей попасть на главную и на главную страницу, и в топ-100 авторов. От того, что вы пишете много отзывов, которые попадают на главную страницу, зависит ваша репутация. Репутация растет, растет заработок и растет ваше доверие к сайту Отзывик. Отзывик уже как-то автоматически выбирает потом людей. Вот даже репутация у многих меньше, чем у меня. Но также можно попасть в топ-100 авторов, не написав ни одного отзыва, который не попал бы на главную страницу.
Пользователь зарегистрировался в 2014 году, получается 6 лет, и за 6 лет написал 8387 отзывов. Я вам скажу, что это не маленькие деньги, потому что очень много денег можно на отзывах иметь. В свое время я писала много отзывов и зарабатывала приличные деньги. Ну, не приличные, но рублей 50-100 у меня в день выходило. На друзей у меня времени не осталось, времени писать отзывы у меня тоже нет, поэтому сейчас происходит такая ситуация, когда я пишу один отзыв в месяц, чтобы не перестали начислять мне денежку. Хочу сказать, что если вы решились зарабатывать деньги на отзывах, смело берите клавиатуру в руки, берите продукты, которыми вы пользуетесь, товары, и фотографируйте их, пишите. Более оплачиваемые отзывы – это те, которые с фотографиями. Отзыв, чем больше отзыв, но в нем не должно быть воды. Чем больше отзыв, если отзыв конкретный, если про отзыв есть максимум информации, если есть много фотографий интересных, если отзыв полезный, он обязательно попадет на главную страницу. А даже если отзыв не попадет на главную страницу, это значит то, что у вас в вашей копилочке будет один отзыв, который будет приносить вам всегда доход. И еще хочу сказать, что при написании отзывов нужно иметь терпение. Терпение и терпение, потому что когда я начала писать отзывы, я искала больше и больше сайтов, которые могли бы платить больше. И в тот момент, когда я здесь написала уже больше, чем 600 отзывов, я перешла на другой сайт с отзывами, начала и там писать. И так я дошла до 4 сайтов. А если бы я писала только на этом сайте, если бы все отзывы, которые я писала на разных сайтах, я поместила в этот сайт, я уверена, что денег было бы у меня больше. Но сейчас, так как моя активность уменьшилась и заработок меньше, соответственно, очень мало мне платит сайт. Я надеюсь, этим видео я кому-то помогла. Если вы хотите зарабатывать на отзывах и не знаете, как это сделать, обязательно пишите комментарий под видео, я вам отвечу и, может быть, сниму про это видео. Я всем желаю удачи. Пока-пока!